Всем привет! Хочу вам посоветовать интересный канал, называется Вадим Нумизмат. Автор уже более 20 лет занимается коллекционированием бон, банкнот, монет Украины и других стран. На канале вы найдете очень много интересных и познавательных роликов. С целью привлечения новых подписчиков 1 марта состоится действительно супер розыгрыш. Ролик уже отснят на эту тему. Что нужно сделать для участия в этом розыгрыше? Подписаться на канал Вадима, ссылочка будет в первом комментарии под моим роликом. Посмотреть этот ролик, оставить абсолютно любой комментарий, и 1 марта Вадим рандомным способом определит 5 победителей. Я когда увидел эти призы, мне самому захотелось поучаствовать и выиграть их. Поэтому подписывайтесь и выигрывайте. Ну что ж, друзья, наступили выходные, и ваш антиквар, как всегда, посетил барахолку. И только для вас купил вот такие вот интересные предметы. Сегодня их не настолько много, но тем не менее, хотелось бы вам показать и рассказать за эти покупки. Итак, начнем мы со шкатулки, так как она самая интересная в сегодняшнем обзоре. Это у нас Федоскина, 1958 год. Вот такая тройка лошадей. Вживую смотрится просто огонь. Очень красиво смотрится. Вот кто любит вот такие подобные вещи, шкатулки, собирает их, тот поставит мне, я точно знаю, лайк. Она просто невероятная. И вот здесь вот на крышечке вот такая печать, штампик. Вот сейчас четко не видно, но здесь написано Федоскина, артель живописцев. 58 год. Вот такая шкатулка стоит денег. Ориентировочно, значит, ее цена от 2 до 3 тысяч гривен. Если получится дороже продать, то вы, как всегда, об этом узнаете. Купил ее за 200 гривен. Поэтому считайте мой доход, ну, если за 2, то в 10 раз больше. Затем статуэтка Садко. Если вы еще новичок в антикварном бизнесе, обращайте внимание вот на ручки, вот сюда, на кисти, на пальчики, потому что больное место конкретно этой статуэтки, вот это вот все, это часто ломается, обламывается, люди приклеивают просто и все, поэтому будьте внимательны. Даже некоторые пытаются штрихом замазать, как-то скрыть место склейки. Обращайте внимание. И вот такие вот ракушки здесь морские. Также часто обламывается. Ну и вообще такая статуэтка, она довольно-таки проблематичная. Чуть ли не у всех обломанные пальчики идут. Вот мне тоже недавно мои подписчики присылали. И там обломанные пальчики. Статуэтку я купил за 300 гривен, ее цена по Украине продажная это 700-1000 гривен. Вот и считайте доходы. И как всегда в конце ролика я вам покажу ориентировочно свой доход. Дальше двигаемся. Электрогирлянда советская. Лампочки вот такие. Рабочая. Купил за 50 гривен. Если выставлять в интернет на продажу, то ориентировочно где-то 300-400 гривен, как повезет. Особенно классно они улетают под Новый год. На елку, на подарки там и так далее. Это у нас коробочка елочные игрушки. Айболит, доктор Айболит. Можно ее попытаться выставить за 100 гривен. И остальные елочные игрушки, они недорогие и буквально стоят копеечки. 50-80 копеек, там чуть больше гривны. Я их тоже беру, получается, собираю целую коробку такую и выставляю. Поэтому возьмите себе на заметку. Купил вот эту коробку за 10 гривен. Вот одна елочная игрушка здесь отбивает все. Отбивает, и я в плюсе.
Так, у нас здесь еще такие флажки. Они также продаются, есть тоже там редкие, но состояние должно быть адекватное. Поэтому на все нужно обращать внимание пристальное. Обычный какой-то предмет на барахолке, и вы сорвете джекпот. Это уже было не один раз. Часы советские позолоченные. Это у нас луч. На этих часах стоит маркировка АУ-20. Вот очень хорошо видно АУ-20. Состояние, конечно, не очень, но такие часы можно попытаться выставить в интернет на продажу где-то за 300, за 400 гривен. А там уже как повезет. Таких часов было очень много выпущено в Советском Союзе. Поэтому они были, есть и будут. И на часах зарабатываются просто колоссальные деньги. Поэтому вы можете начать точно так же, как и я, на них зарабатывать. Дальше. Вот такие брошки. Янтарное обрамление, окоемка здесь не серебряная, мельхиоровая. Но тем не менее, также ценится. Купил вот эти вот брошки по 10 гривен все. Ну, можно сказать, повезло. Сами по себе они недорогие. Вот за 40 гривен я за них заплатил. Буду выставлять, наверное, одним лотом. Ну, где-то за 300-400 гривен. Купил монеты Украины. Это у нас 1 копейка 1992 года. Здесь их 100 штук. Купил одну штучку по 10 копеек. Сейчас вам покажу. Монетки Украины, конечно, в конце 18 года показали просто космический рост, некоторые экземпляры. Поэтому я вот решил купить копейку 92-го. На нее потихоньку поднимается цена. И в конце 19-го также она будет уже чего-то стоить. Ну, я считаю, я не прогадал, потому что цена 10 копеек вот за такую копейку, это очень даже неплохо. 10 гривен вот за такой пакетик. Это отлично. Вы можете зайти в интернет, посмотреть. Некоторые люди выставляют по 5, по 10 гривен их. Вот и делайте выводы. Итак. Как всегда в конце ролика я вам показываю, сколько я заработал. Ориентировочная сумма здесь составила 3000 гривен. Вот такие вот деньги можно зарабатывать на подобных предметах, когда знаешь, что покупаешь. На моем канале есть уроки, есть курсы по антикварному бизнесу. Уже многие ученики прошли и зарабатывают. Это самое главное в антиквариате. Также у меня под вопросом вот эта шкатулка. Возможно, мне кажется, что она может стоить и дороже. У меня не было времени поискать более досконально, но есть ощущение. Если выставлять вот подобную на заграничные сайты, то там ценник будет, конечно, поярче. Можно выставлять и 150, и $200. Поэтому посмотрим. Ну, в общем, ребята, вот такие покупки. Вот такой мой доход. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!